Более 2000 школьников уже приняли участие в новом социальном проекте «Рыцари пяти качеств». В 9 районах региона прошли мероприятия проекта. В его рамках в школах были проведены тематические классные часы, на которых детям рассказали о пятиборье и о нижегородских спортсменах, которые добились успехов в этом виде спорта. В том числе об олимпийском чемпионе по современному пятиборью Дмитрии Сватковском. Он, к слову, и стал инициатором проекта. Организован Нижегородской федерацией современного пятиборья при поддержке фонда президентских грантов. В общей сложности в «Рыцарях пяти качеств» приняли участие более 13 тысяч человек.